20 мая прошло закрытие курсов по обучению компьютерной грамотности пожилых людей города Десногорска. Курсы начались 19 апреля по инициативе Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» и Комитета по образованию. 4 недели обучения позади, а значит, для участников проекта настало время подводить итоги. Все цели были достигнуты, только что я хотела, я узнала. С детьми общаться по скайпу, заходить в какие-то программы, смотреть некоторые сайты интересные, которые тебя интересуют. На последнем занятии присутствовал идейный вдохновитель по созданию курсов, секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Обучение проходило в первый раз, поэтому организатору было важно услышать от участников о их впечатлениях. В дальнейшем это поможет устранить возможные недостатки и сделать процесс обучения наиболее комфортным и эффективным. Дорогие ветераны, спасибо вам большое, что вы участвовали в нашем проекте. Мы этот проект будем продолжать с нового учебного года, потому что сегодня компьютер, телефон, планшет – часть нашей жизни. После слов благодарности Александр Новиков вручил участникам первого набора обучения памятные подарки. Он выразил надежду, что навыки, приобретенные за время учебы, значительно облегчат жизнь пожилым людям. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.